Поздравляю всех ветеранов с праздником, желаю долгих лет и спасибо вам за то, что вы сделали. Воевал дедушка моей бабушки, отец, получается, моей бабушки, воевал, но он остался за границей, он переехал туда. Да, так получилось. Где за границей? Я вот не знаю, я знаю, что он за границей остался тогда. Воевал, пришел с войны, с ранением, тяжелая судьба у человека, был осколок в ноге, всю жизнь по организму ходил, ну вот так вот и прожил. Хочу пожелать нашим дорогим ветеранам, чтобы они, ну скажем так, жили, не болели, всегда были в достатке и побольше, чтобы о них заботилось государство. Вот, все-таки они нам подарили беззаботную жизнь, скажем так, освободили от ига фашистского. Так что им почет и уважение. Так что от лица байкеров поздравляю вам с праздником 9 мая. Дедушкой горжусь и всеми горжусь, кто в те тяжелые годы защищал нашу страну.